Всем привет, ребята. Да, как я и говорил, сегодня снова будет у нас Easy Drop. Снова будет Easy Drop. Баланс все так же, плюс 250 с промокодом на 30%. Короче, сегодня я просто закинул свой промокод и активировал, и пополнил баланс таким способом. Оказывается, это работает. Оказывается, и промокодом тоже можно пополнять. Ну, в общем, что, разомнемся с фрикейсов, чтобы они нам, короче, не мучили нас потом, позже, в надежде, что с них может что-то выпасть там, да? Потому что кроме как Алоха и Грозы, что-то последние разы мне с них ничего не падает. Я прям удивляюсь, как сейчас ребята на изике что-то там выхватывают. Может, просто реально на меня Easy Drop обиделся, да? А осадок, я про осадок совсем забыл, сорян. Про осадок-то я совсем забыл. Ну вот еще накидали. 25 рублей мы еще накидали. Что за кашель непонятный? О, так, ну все. Угу. Давай, что пооткрываем-то? Что пооткрываем? Так, давай попробуем сорвикуш. Может, все-таки сорвем? Сука! Да! Нормально. Так, ну ты теперь вряд ли два в подряд там мне дашь, потому что ты такой падла. Ну, сегодня я, по крайней мере, это... Сегодня я, по крайней мере, рад. Так, чё? Где горелка бунзена? Горелка. Давай еще разок. Три раза откроем бомжа. Показываю два, говорю, откроем три, да. Ну, типа два еще раза осталось. Ну, сука, стой. А, ну тоже, в принципе, нормас, грот, да? Давай еще разок бомжара. Бомжик-бичик. Бомжуленька. Да ну нахер. Да ты бомжарас. Бомжарас ты, короче, самый настоящий. Понял ты, кто? Камуфляжка. А что за камуфляжка вообще? Что здесь такое? Что-то я чувствую, здесь балабас, короче, конкретный будет, да? Давай вот это вот. Короче, не будем тянуть за яйца сразу это. Ну, сегодня хоть что-то это, конечно. Тут что? Тут говнище, да, походу, какое-то падает. Да. Так, ладно. Давай тогда вот так. Ну-ка, подожди, что тут у нас есть? Может, Хитмана еще случайно? Блядь, сколько у меня тут? Запрещенку. Ну, с тобой давай запрещенку бомбанем. Я не знаю, что вообще тут с него может выпасть. Похоже, херня какая-то. Вот это, наверное, вроде нормально было, а это, походу, говно какое-то, да? Как я угадал, что это какое-то говно. Ах, запрещенная ты, запрещенная подлюка. Что бы такое? Ох, ты ж сволочуга. Фрост. Что за Фрост? Тут, по-моему, это сборка кого-то там, да? Ну, давай посмотрим, хер его знает, что тут. На нож я не рассчитываю, но мне бы хотя бы что-нибудь вот с этого, да. Ну, градиент, это, по-моему, будет очень круто там, да. Наемник, ёб твою ж. За ногу. Так, стопы, давай посмотрим, что у нас есть доступный для... А, я же там все продал, да? Я же все продал, у меня только вот это есть, блин. Тара-та-та-та-та-та-та-та. Чтобы. Так, подожди, может, ширпанем? Ширпанем, может быть? А, как думаешь, шерпануть или что, граффити, сражение, а, что тут, юспик, фарм, топ ножа, то есть отсюда, слушай, он, а, тут сразу 10, да, надо открывать, сразу 10, ну, ребят, тут, конечно, хуй, да, все, слушайте, у меня еще 10 в ряд, у меня никогда не было еще шерпа, давайте сделаем 10 в ряд шерпа. Ширпа. И... А, ты вот так даже, да? Понятно. Я думал, ты крутиться будешь. Тут мне так неинтересно вообще.
Так неинтересно вообще, так неинтересно. Я думал, крутиться будет, а тут фигня. Не, не кайфово, не прикольно. Коллекции, а что за коллекции? Трайн, шмайн, давай даст. Мне вот даст. Даст он точно даст. Даст он даст. Сейчас как янтарный градиент мне даст. Сетку латунную, да. Ну, по-моему, я окупился, да? Ну-ка, давай еще разок. На 3 рубаса в плюсе. Ну все. Пора открывать свой бизнес. Типа, окупаю на изидропе. С Нюшем обращайтесь. Окуп на изидропе. Если что, кому там надо. Ну. Да ладно. Слушай, а даст реально даст. Слушай, даст реально даст. Ну-ка, давай апгрейды. Да ну ладно, куда тебя-то там апгрейдить, ага. Тых-тых-тых, что мы можем сделать? Давай мы вот на 10%, на 9 даже, давай. Стой, подожди, я что закинул-то? Так, все, я правильно закинул, то сейчас я за 3 сотки закину, скину. Не, мне надо хоть что-то забрать. Вот это падло было рядом. Ну, похеру. Так, давай мы, короче, с даста тогда сейчас даст мне лейк, шмейк, трейн. Давай трейн посмотрим, что нас, чем порадует нас трейн. Кровавым кварцем порадует? Нет, не порадовал. Эх, плохой трейн, плохой трейн. Трейн плохой. Встань в угол. И либо давай кровавый кварц, либо иди в угол. Давай, сука, давай, давай. Да! Сколько ты стоит? Пацаны, я думал, он реально сотку хотя бы будет стоить. Это вообще я в ахуе просто. Да пошел ты нахуй, трейн. Это пипец какой-то. Я просто угораю. Давай лейк. Давай лейк. Лейк. Лейк это что вроде как там озеро или болото там, или трясина, или какая-то там топка. Короче, мне похер, как ты переводишься. Ты главное... Так это что, кварц он вообще что ли такой дешманский, да? Это что, пиздец полный какой-то? Это вообще не смешно даже. Такая штука падает и... 17 рублей. Не, ну кейс, конечно, я купила, но... Меня это, конечно, разочаровало. Просто я в ахере. Нахер лейк тебя в пинду, лейк. Так, давай Италию. Давно я в Италию не заглядывал, посмотрим. Побалуемся, что. В принципе, сегодня окупились уже на балансе. То есть, ну, тут что-то такое, да. Ну, до гадюки-то ты хер дотянешь, конечно. Гадюка, наверное, стоила бы хорошенько, да. Давай еще разок. В принципе, Италия чем-то радует. Не, ну, заметьте, они все, в принципе, что-то там, да такое, как бы, подсыпают. Подсыпают потихоньку, что-то там додают. Вот эти вот карты. Ну, даст, конечно, больше всех порадовал. Карамельное яблоко не дотянешь, да? Грунтовая вода. Ладно. Италию мы побывали, мы с тобой в Италии. Банк. Вот это мы, короче, оставим напоследок. Мы сейчас попробуем сорвать банк. 3 раза банк. Франклин. Изумрудные завитки. Ну, тут Франклин, да? Ну, как бы не сорвали. Давай еще разок. Ну-ка, давай Франклина. Ну, дай Франклина. Посмотри, реально, сколько стоишь ты. Чё, тебе впадло, что ли, Изик? Ну, смокинг. Смокинг ты мне уже сколько раз давался всякого говна. О, короче, пацаны, банк — это все как всегда. Короче, наипёт, обманет, ничего не даст. Все, банк — это вообще тухляк. Банк — это полный тухляк. Короче, банк, до свидули. Ну что, давай тогда посмотрим, как ты называешь сейфхаус. Нитро какая-то, эм. Ну, ты должна, в принципе, стоить-то, да, наверное, эмочка нитро. Ну, падает корка апельсиновая. Я что-то не понял, я что, блин, в кейсе вегана, что ли? Какие корки апельсиновые? Что, с дуба рухнули, что ли? Давай не ануар. Ой, какой не ануар? Нитро давай, ёптать. Чё ты, подлюка? Чё, и тут балабуля, да, какая-то? Ну, хоть вот здесь остановись. Нет, да. На наемнике. То есть ты считаешь, что мне наемники нужнее, да? А я считаю, что нет. Иди ты нахер. Че, может опять тогда в дастик? Давайте посмотрим дастик.
как он тут порадует нас, нет? Давай сразу три бомбанем. А тут наш, и тут наш РПУ остается на одну открыть, если что. Сразу три, да? И сразу три херни там, да? Ух ты! Ну так, в принципе, на 25, и что, на 27, да? То есть, ну еще на три хватает. Давай, давай. Но тут балабас, да? Тут на 5 рублей. А, ну, тогда... Ну, здесь только на ширп остается. Или с 3 сентября. Давай 3 сентября, чтобы нам не растягивать. Сейчас вот как водяного выбьем тут вообще, и все. Сейчас вот выбьем водяного. И довольный я пойду. Короче, не выбьем мы водяного, парни. Он решил, что нам водяной не нужен. Нам наемник важнее. Важнее, нужнее. И все. Ну, что, в общем, все на этом. Какой итог, результат какой. Короче, вот эту штуку. Так, давай я сразу запрошу тебя. Вот, 309.39. Ну, в принципе, что, на полтинника купились, да? Все приятно, то есть за всю неделю, то есть сегодня у меня как бы первый окуп. То есть все те были фейлы, неудачи, то есть сегодня у меня был первый окуп. Ребят, короче, надо было это все вначале говорить. В общем, принимайте участие в завтрашнем розыгрыше воскресном. Будет разыгрываться 5 скинов. Условия, описание скинов, стоимость их будет в описании под видосом. Что нужно сделать, все также под видосом. В общем, ребята, спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, скидывайте ваши промокоды. Всем пока и до новых встреч.